Второй способ. Например, пиццу будут заказывать студенты, беременные и, например, олигархи. Предположим, студентов опросить не проблема. С беременными вроде как тоже все окей. Да? То есть мы можем создать архетип. С олигархами. Ну, такое себе. А результат опроса двух человек – это не результат. То есть усреднять там нечего. Ну, в лучшем случае так. В худшем случае вы просто физически не подберетесь к человеку, не позадаете ему вопросы. Как быть тогда? Тогда вы создаете виртуальную персону и из своего личного опыта формируете вот этот опросник. Итого, вы получаете три персоны, одна из которых придуманная, а две – это реальные люди. Идея понятна?